Отличное настроение и массу положительных эмоций получили горожане, побывав в последний день зимы на склонах Вишневой горы. Веселые конкурсы под энергичную музыку и не менее веселые призы подготовила для саратовцев команда «Радио Energy». Покаталась на сноуборде и почти не упала и наш позитивный корреспондент Надежда Маско. На Вишневой горе, и сегодня Радио Energy проводит закрытие горнолыжного сезона. А значит, нас ждут крутые спуски, веселые падения и много интересного. Ой, мамочки мои, вы видели этого летуна? Ой, еще летит. Эх ты, ничего себе! Смог он, смогу я, сможете и вы. А вы любите Радио Energy? Да. Смотритесь, как профессионал со стороны. Да? Да вы что? Вы так профессионально сидите? Молодец, поехал, хорошо. И приземлился хорошо. Что тут сейчас будет? Сейчас будет дисциплина тормоз. Кто медленнее всего проедет, тот и выиграет. Кто приедет последний, так можно просто стоять и ждать, когда все уедут. Планируете победить? Да. Это моя дисциплина. Кто-то из них победитель, кто-то из них не совсем победитель. А теперь будет на пьяного ездока, но пьяный ездок должен быть трезвым. Этап один, ни одной капельки не разольют. Давай. Не разлили ни капелюшечки? Нет. А сюда можно еще это там типа плюнуть и будет больше воды. Нет, не пробовали? Смог ливать? Нет. А что вам подарили? Я не знаю, пластиковую карту, железный значок и бумажное сердечко. Расскажите, что все-таки сегодня всех ждет на закрытии горнолыжного сезона? Мы решили, что горные лыжи и сноуборд – это сейчас очень модный. А можно заново? Да. Радио Energy всегда за самые активные образы жизни, за самый активный образ жизни мы обожаем. Можно еще заново? Еще раз можно вопрос? Вопрос тот же. Что нас сегодня ждет в закрытии горнолыжного сезона? А вас ждет очень много... На закрытие! Подожди, заново вопрос. Что нас сегодня ждет на закрытии горнолыжного сезона? Ждет вас сегодня масса всего интересного. Мы приготовили очень много конкурсов. Мы это Радио Energy Саратов. У нас, как всегда, фантазия бьет ключом. Рекордов мы не ставим. Мы только улыбаемся, шутим и смеемся. И провожаем зиму уже домой. Забери юбку лучше. Ты будешь самый крутой. Ты смотри, от какой юбки ты отказался. Ну, я думаю, это не мой посыл. Ура! А ты что, Дагоброс? Ты сейчас будешь танцевать? Должен. И я буду танцевать. И только попробуй меня перетанцуй. Закрепляй меня. Так, варежки надо снять. Или нет? Да хоть можешь даже джинсы снимать. Верните меня, верните! Верните! Подождите меня! Ой, давай меня туда! Давненько я так здорово не проводила время. Слушайте Радио Energy. А с вами была Надежда Маско. Специально для РЕН-ТВ.